Всем привет! Не обращайте внимания на мой вид. Чуть дальше во влоге я буду выглядеть получше. Я сейчас собралась мыть посуду, потому что что-то накопилось. И уже сходила с Кирой на почту. Отнесла, сдала все остальные платья. Оставила себе то, которое выбрала. И вот это вот бежевое, потому что, в принципе, его можно носить и в повседневной жизни. С кедами я уже померила, мне нравится. Вот, у меня сейчас уборка была, я уже пропылесосила. Стираю сейчас одну стирку, потом вторую закину, немножко навела порядок, сейчас вот помою посуду и надо покушать, потому что я очень голодная. Кстати, купила себе вот такую вот цепочку новую, серебряную. С ключиком и вот такими вот Сваровски камнями. Потому что свой ключик, который у меня был, я так и не нашла, потеряла. Да, люблю терять цепочки. Все, сделала покушать. Как всегда, яичница из 3 яиц с помидорами и бутербродики такие вот с сыром. Приятного аппетита! Все, я собралась уже, накрасила еще ногти. Кстати, это платье с Essos, все-таки оно мне понравилось. И просто удобно, что его можно носить реально не только с каблуками, а вот, например, сегодня я делала его со своими опять брунксами. Вот, и сверху кожаную куртку, и, по-моему, в принципе, очень даже прикольно смотрится. Кирочка остается дома, и пятница. Кстати, татуху я уже... Повязку, точнее, сняла. И, блин, я кайфую с нее. Часы пока одела на правую. На самом деле, не очень удобно. Но просто, чтобы лишний раз об нее ничего не терлось. Вот. Доехала я до места назначения. Такой бар из руин состоящий. Он так и называется. Бар с руинами. И встретилась я с кем? Алло! С Настюхой. Настюха у нас блогер, вы должны были уже тоже ее знать. Если нет, то это хорошо. Вам такое не надо. Не, у нее есть русский канал, кстати, но она там регулярно раз в полгода выставляет видео. Да, это можно ожидать. На самом деле, у тебя лучше качество. То, ну, я надеюсь. За такую концепцию. За камеру, я надеюсь. Ну, там так смешно, она выходит, и тут видишь, что я снимаю видео, и такая... И хоп-хоп в кладовку. И, блин, она без квадратика не разрешила, к сожалению. Поэтому я наложила на нее квадратик. Блин, как сесть, слушай. Не расслабишься теперь, блин. Я наступила на твой кроссовок, это было специально. Я знаю. Я почувствовала. Я чувствую, что мне еще не один раз сегодня вечером поступишь. Я вот уверена. Я боюсь, что я вообще в дырку, в поруном уйду. Подожди, я тебе все-таки покурю. У меня вообще черно-белая картинка. Это не так тебе встал и заговорил. Это нужно годы тренировки, закалки. Зуб даю. Я по-русски вообще разговаривать не умею, а так можно забыть. Да это самый русский язык. Научишься в шинках, у меня будешь щеголять. Распрощалась с Настей. К сожалению, недолго у нас получилось посидеть. Вот, еду в другое место, так как я с девчонками там договаривалась. Я уже проголодалась и надеюсь, там я смогу покушать. Ну, я знаю, что я там смогу покушать. Потому что это очень вкусное место. Мы сменили локацию, точнее, я сменила. Тут уже сидят 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Да. Вот. Сейчас мы будем кушать и немножечко... Тут тоже вырежешь. Выпьем. Я решила, все-таки машину я, наверное, оставлю. И... Потому что сидеть пить чай не прикольно, потому что тут одни алкоголики, реально. Это просто нереально. Да рада. Апельсинчик, курица. Да-да, выберите. Я просто поснимаю. Вот это вообще очень оригинальное блюдо. Обожаю, обожаю. Но вот эту часть я, наверное, не доем. Сеня, будешь ее? Давай. Да. А вот это очень я даже съем. И плюс пюре, плюс пюре. Вот, мне, думаю, хватит. Потому что я на диете. Это что, Сеня?
татуировки. Это такая вещь. Не передать словами. Я тебе лицо не показываю, да, ты же не хочешь. Не, не хочешь. Губы можно? Не надо. Вот как раз губы не надо. Мы все отфилетировали рыбку, теперь можно и покушать. Вот валяется же моя салфеточка. Как тебе режиссер? На, пожалуйста, столик, фамилия Антонова. Пип-пип-пип. Такая, на ноге. Я видела одно, она может ногами вот так делать. Реально. А вот так можно? Как смешно выглядит. Короче, меня уговаривают ехать дальше куда-то. В бар какой-то, где можно заодно и потанцевать. Я, честно говоря, не очень хочу, не люблю места вот эти ночные. Уже я вышла из того возраста, хотя я там младше всех сейчас. Но все равно не стала уже сопротивляться. И сейчас перепарковала машину, потому что на машине уже не поеду. Поедем на такси или там девочка не пила на ее машине. В ресторане уже никого нету. Я как чувствовала. А что это? Водка. В зале водка. Ты что, серьезно? Я не шутил. Я сказала бутылку. Лёс. Бита. Что это? Лёс. Тихо. Все, тихо. Тихо. Лёс, тихо. Лёс, лёс. Лёс. Давай я, Исань. Мы не можем поехать. Лёс. Мы пришли в какой-то бар. Я тут первый раз. Очень-очень красивая локация и не локация. Интерьер. Ну, пока тут пусто, потому что только 12 часов. Ага, женщина ложь. А дальше? Ко мне. Так что, я теперь YouTube стал? Что сделать надо? Что снять надо? У нас еще есть игрушка. Может быть, ты покажешь, как в нее играть? Девчонки, все, я вышла оттуда. И, честно говоря, не очень знаю, куда мне идти. По-моему, сейчас не тот этаж. Сейчас посмотрим. Или тот. Я уже не могу, я хочу домой спать. И к тому же меня ждет Кира. И плюс я оставила свою машину в ресторане, там, где мы были. Ну, не в самом ресторане, но рядом. Мне завтра ехать ее забирать. Все, я дома. Сейчас уже... Много времени, я знаю, Кир. Все, мы сейчас с ней пойдем быстро погуляем. На улице уже светлеет, вот там через не до конца закрытые шторы видно. И что, кстати, я вам еще хотела сказать. Кир, помолчи чуть-чуть, пожалуйста. Ты скучала по мне, Кир? Какое-то черное утро. Я уже погуляла с Кирой. Возвращаюсь домой, и прямо на пороге падает мой телефон и разбивается. Я спать, пока еще что-то не произошло. Спокойной ночи.